Приюты и другие специальные учреждения для проживания детей постепенно закрывают. Это связано с тем, что в последние годы сокращается число нуждающихся. Об этом сообщила Наталья Бутаева, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики, на семинаре по вопросам содержания детей в спецучреждениях. Сейчас в этих отделениях находится около 2000 таких ребят. Как правило, это малыши из неблагополучных семей. Порядка 80% детей у нас из приютов уходят именно в семью. Продолжительность пребывания у нас составляет порядка 4-6 месяцев. То есть либо за это время родители одумаются, КДН совместно с нашими органами, с органами образования и так далее, до заключения, что ребенок может быть возвращен уже в семью, в реабилитированную семью, либо, к сожалению, будет ставиться вопрос о лишении родителей родительских прав.